Слушать внимательно, и в итоге в конце получится вкуснейшая пицца, которую мы все вместе скушаем. Люди очень хотят знать ответы. Люди ищут путь далеким планетам, забывая иногда о своей одной. А вы сами захотели петь, или это была инициатива родителей? Инициатива родителей была. Мне было 5 лет, когда меня отправили петь непоседу. Но вам понравилось? А потом я уже решил сам этим заниматься. Влад, а если у вас есть свободное время, чем вы любите заниматься? Я люблю ходить в театр, ходить в кино. Я люблю заниматься спортом, я очень люблю ездить на велосипеде, очень люблю ездить на роликовых коньках, занимаюсь водными видами спорта, на джетски катаюсь. Когда? Все. Пожалуйста. Это неотъемлемая часть вашей жизни, да? Спорт, стал неотъемлемой частью жизни, когда я выиграл такую позицию. Этот мир оказался на грани, мир, в котором люди друг друга ранят, и на каждом континенте на ты с войной. И чтобы его спасти, нам надо тепло нести, открыв свое сердце любви и весне. Часто вы готовите мясо? Не поверишь, первый раз в жизни. А какая же у вас самая любимая? Давайте все скалочки убираем в сторону. Из моих или из немецких? Она называется лайфхак. Мне как-то страшно его уже. Вот, меня порвалось. А у меня нет. Ну, видишь, ты мастер. Ты же готовил пиццу раньше? Да. Видишь. Если мир не отдать войне, мы станем солнцем в пришедшем дне. Я буду светить тебя, ты будешь мне. А как надо стать певцом? Как надо стать певцом? А ты хочешь стать певцом? Да. Ну, для начала нужно пойти в музыкальную школу, чтобы получить среднее музыкальное образование. Начать заниматься на фортепиано, на скрипке, например. Потом нужно начать заниматься вокалом и петь. Пойти, может быть, в какой-то детский кружок, центр, да. Вот, где будут хорошие педагоги. И потихонечку начинать свой путь, чтобы стать певцом. На краю весны мы понять должны, в этом мире все равны. И по свету луны дети видят сны о земле, где нет войны. Влад, перед выходом на сцену вы волнуетесь? Здесь мало сцена, возьми еще. А как вы себя настраиваете на нужную волну, чтобы выйти и спеть? Все пустые места заполнены. А чем мы будем ее готовить? Молитва. Я помолюсь Господу Богу и попрошу, чтобы дал мне сил успокоиться. А так мне нервы всегда будут, они никогда не уходят. Просто со временем, с опытом, ты перестаешь паниковать, и просто это приходит в такой нормальный стресс, который, волнение, оно должно быть. Новый день людям небом дается, и над всеми светит яркое солнце, а ему на смену ночью придет луна. Ночью придет луна. Пусть с тобой мы совсем не похожи, и живем мы в разных странах, но все же вся земля наша тоже на всех одна. Боитесь?
Да. Мальчик или девочка, они очень сильно нервничают, даже могут, ну, как-то заплакать. Вы, ну, как вы утешаете, как вы можете что-то посоветовать для будущего? Все взяли? Только утешить, я не помню, чтобы я выступал с детьми, они плакали. Как раз дети, вот именно дети вот такого возраста, они не очень понимают еще, что происходит. Им интересно, им непривычно, но им не страшно. Ну, из тех, кого я встречал. Просто как-то подбежать, обнять, взять за ручку и сказать, держись за меня, прячься за меня, если что, все нормально, я с тобой. Все. Ребенку же важно что, чтобы понимать, что кто-то рядом есть сильный. Вот когда-то я так за кого-то брал за руку своего папу. Сейчас у меня пока своих детей нету, но когда будут, я думаю, хочу просто показать, дать понять, что ты рядом, что можно не бояться, что если что, там можно за тебя спрятаться. Пап, а вы танцуете? Да. А ты? Похоже на брейк-данс. Лет 10 назад танцевал. В этом году 25 лет. Я с 5 лет начал заниматься, 30-5. И чтоб не пришлось пройти, куда б ни вели пути, они все равно дорога домой. И нет ничего важней, чем сделать наш мир теплей. Пустим себе в сердце весну и любовь. Oh!
ноль-ноль, детях на двойной, портал новостей. Пускай пробки едут, тут она, качатая луна, в темноте. Свет луны, день.
дети видят сны о земле, где нет войны. Спасибо, без кого у нас ничего бы не получилось сегодня. Спасибо. Спасибо, повар Антон. Спасибо. Давайте мы поаплодируем. Спасибо, шеф. Спасибо вам. Вам всем удачи в ваших начинаниях, успехов. Любите музыку и хорошо кушайте, чтобы быть большими и красивыми.